Всем привет, ребят! Вы на канале Patriot Play. И знаете что? Мне надоело снимать игры. Я очень люблю YouTube в плане того, что здесь люди могут заниматься своим творчеством. И я решил снимать рубрику «История канала», в которой я буду рассказывать о самых ярких и известных личностях Ютуба. Начало их деятельности, развитие, резкий скачок и всеобщее уважение. И не думайте, что я сам буду выбирать этих личностей. Это будете делать вы. Перед этим выпуском я уже провел опрос в своей группе, и вы выбрали канал Сливки Шоу, о котором я сегодня расскажу. Кстати, голосование за нового ютубера уже началось, переходите по ссылочке в описании. Ну что ж, начнем. И для начала немного аналитики. Канал Сливки Шоу был создан 11 декабря 2012 года украинским видеоблогером Юрием Яневым. На данный момент канал насчитывает более 6 миллионов подписчиков и 750 миллионов просмотров. На канал Юрия в день в среднем подписывается около 12 тысяч подписчиков, а суммарный просмотр составляет 1,5 миллиона. Но, как вы понимаете, это не лучший его показатель, но об этом чуть позже. Ну что ж, начнем мы с самого начала. Первое видео, которое у нас есть в открытом доступе на канале Сливки Шоу, называется «Жара. Как ее пережить». Оно было опубликовано 2 августа 2014 года. Как я ранее заметил, канал был создан в декабре 2012 года, а значит, поначалу Юрий не хотел создавать канал ради снятия роликов и продвижения их на YouTube. Но через 1,5 года после того, как он зарегистрировался, его осенило, и он решил выпускать достаточно интересные ролики на тот момент. Как мы видим, на канале Сливки Шоу в то время выходили видео в жанре «Интересные факты». Здесь вы можете найти, почему мы поем в душе или стоит ли кушать сопли. Но чуть позже Юрий начал выпускать ролики в жанре топ-5, топ-10, как это было модно в то время. И тут у него произошел первый серьезный скачок в развитии. Особенно популярным сделало его видео топ-10 сумасшедших японских изобретений. Я еще помню тот день, когда это видео висело у меня в рекомендациях, и оно уже на тот момент набирало миллионы просмотров. Также я решил обратиться за точной статистикой на сайт Social Blade, чтобы отследить, как развивался канал Сливки Шоу. Первое упоминание о нем мы видим 13 декабря 2012 года. Это вот тут в этом углу, если кто не видел. И тогда, через 2 дня после создания своего канала, уже на него подписалось 50 человек. Но, как мы знаем, первое видео вышло в августе 2014 года. То есть мы можем предположить, что до этого Юрий выкладывал тоже ролики, но по каким-то обстоятельствам решил их удалить. Давайте посмотрим дальше. Примерно через год, давайте в декабрь. Переместимся, 2013 год, вот декабрь. Уже на канале насчитывается 89 тысяч подписчиков, но ни одного ролика с того момента так и не сохранилось. Но об этом чуть позже. Давайте уже перейдем к тому моменту, когда нам стало доступно то видео, о котором я рассказал ранее. Это август 2014. Вот примерно это время. Уже на канале 141 тысяча подписчиков. Ну и тут медленно то прибавляются, то убавляются подписчики, но сильно не растет канал. И вот как раз тот момент, когда он начал снимать топ, у него резкий взлет, и сразу же чуть ли не до миллиона он взлетел. Но, как вы понимаете, это был только первый скачок. О втором скачке, который вот здесь начинается, я расскажу чуть позже. Сразу же после Social Blade я решил зайти на YouTube и посмотреть первые видео на канале Сливки Шоу. Вдруг где-нибудь они сохранились, кто-нибудь скачал и перезалил их. Но, к сожалению, ничего подобного я не нашел. Хотел посмотреть удаленные ролики, но ничего такого на ютубе подобного нет. К сожалению, мы вряд ли сможем увидеть эти видео, если, конечно, сам Юрий не выложит их. Ну что ж, а сейчас пришло время рассказать о самом главном прорыве на канале Сливки Шоу. Это, конечно же, эксперименты с бенгальскими огнями. Поджог 1000 бенгальских огней – это был гениальный эксперимент, который Юрий пообещал снять для своих подписчиков. И этот ролик вышел действительно очень красочным. И как мы все прекрасно знаем, после этого на ютубе появлялись сотни, наверное, тысячи роликов, в которых различные блогеры экспериментируют со спичками, петардами и другими горючими и взрывающимися веществами. И, конечно же, на волне популярности первого эксперимента Юрий решил снять второй, в котором он решил поджечь в 10 раз больше бенгальских огней, и этот ролик набрал на его канале
29 миллионов просмотров, ну и является самым популярным. В тот момент канал Сливки Шоу стал рекордсменом в скорости набора подписчиков в русском ютубе. За 2 месяца на его канал подписалось 1 миллион и 100 тысяч подписчиков. Этот рекорд еще не скоро будет побит. После этих экспериментов на канале Сливки Шоу начали выходить огромное количество интересных роликов. Большинство из них, конечно, были лайфхаки, но также имелись интересные ролики, например, как сделать вечный террариум, разбираем золотую кнопку, под микроскопом и многое другое. В последнее время Юрий снял достаточно интересные ролики, например, как куки в космосе, ну или что будет, если взорвать петарду в том или ином предмете. Конечно же, я не мог забыть о главном символе и талисмане канала Сливки Шоу. Это, конечно же, куки. Каждый раз, когда он появляется в кадре, в душе становится теплее, а просмотр видео становится намного лучше и приятнее. Ну что ж, а на этом история канала Сливки Шоу подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно проголосуйте за следующего видеоблогера, который я расскажу в следующем выпуске. Ссылочка есть в описании. Ну а так, ребят, не забудьте обязательно подписаться на мой канал. Здесь еще будет много всего интересного. Пишите обязательно в комментариях свой отзыв. Понравилось ли вам видео? Хорошо ли я все рассказал? Ну или что-то еще приятное. Ну а так, ребят, всем удачи, всем пока.